С вами английский для подростков. На этом уроке изучаем две известных фразы. Первая фраза. Заходить в гости. To come over. Рассмотрим пример. Приходи сегодня вечером на нашу вечеринку. Come over to our party tonight. Или заходите навестить нас как-нибудь. Come over and see us sometime. Вторая фраза. Invite over. Приглашать в гости. Например, я бы хотел пригласить в гости моих новых друзей. I would like to invite my new friends over. И мы пригласили их к себе домой на ужин. We invited them over to our house for dinner. А теперь послушайте песни с этими фразами. So let's invite them over again. На этом все. До встречи. Пока.